Многодетная мама, как бы, очень много плюсов, потому что детки приносят очень много радости. Ну, конечно, есть где-то и трудности, но я считаю, что детки все покрывают. Сегодня Алла Солоникова с уверенностью говорит, быть многодетной мамой – настоящее счастье для женщины. Сегодня она уже не представляет, как бы сложилась судьба без ее большого коллектива, в котором царит любовь, взаимопонимание, поддержка. А потому в такой важный и ответственный день, день, когда маме Алле вручат государственную награду, рядом с ней ее семья, в которой действительно семья. Слава Богу за этих деток. Мы довольны этим деткам, мы рады им. Все помогают, все успеваем, все сделано у нас. И учимся, и в музыкальной школе учатся детки все. Везде все успеваем. В торжественной обстановке Алле Солониковой и еще трем мамам были вручены государственные награды – ордена матери. Каждая из этих удивительных женщин достойна слов признательности и благодарности за свой непростой, но такой важный труд. Вручая награды, глава администрации Вячеслав Дашкевич неоднократно подчеркивал – на плечах таких сильных и красивых женщин будущее не только района, но и города. Мы вручаем, на мой взгляд, наверное, один из самых ценных орденов, который может быть, это орден матери. Мать для каждого человека – это святое, и образ матери мы проносим через всю жизнь. В нашем районе уже 259 награждены, женщин награждены орденом матери. Все, что получилось, это слава Богу, и я очень рада, что получилось, потому что это действительно… Чувствуешь, что ты живешь. Кроме орденов, в торжественной обстановке были вручены грамоты наиболее активным родителям-воспитателям. Завершилась праздничная церемония ярким концертом.